Бой нашей программы. Весовая категория до 60 килограммов. Кубинец иорданец Угас Эрнандес против тайландца Пихая Сайоты. Ну, очередной Эрнандес сборной команды Кубы. У них же Эрнандесов, Александр, если вы помните, сколько. И каждый второй олимпийский чемпион. А тут не Эрнандес, только Салес, да? И один Савон. Да, и... Ну, посмотрим, что тут. Я думаю, знаете, единственное, что я почему так с легкой тоской объявляю весовую категорию, я всегда был очень большим поклонником Марио Кинделана, и мне грустно, что мы его не увидим. Александр, мы всегда были поклонниками Теофила Стивенсона, Савона, ну, да, Фернандеса, да, знаете, король умер, да здравствует король. И будут новые Канделаны, новые Стивенсоны в кубинской команде. Это спорт номер один на Кубе. Нет, просто вот насчет новых Канделанов, тут согласитесь, Виктор, так не так часто появляются вот настолько интересные боксеры. Я за последние 20 лет вам перечислил столько интересных боксеров уровня Канделана. Поэтому это... Уровня Канделана? Уровня Канделана, Орта, Эррера, ну, Альдама. Может быть, но на Олимпиаде. В Афинах, на мой взгляд, ему не было равных. Ладно, давайте вернемся к бою, который проходит сейчас у нас на глазах. Ни один поединок не обходится без участия левши, да? Да, я уже смотрю. Таиландец левша. Ну что, прямые, хорошие. Сейчас, правда, чуть-чуть получил навстречу кубинец. Понятен нам с вами рисунок. Все-таки вот кубинец, несмотря на то, что он выше ростом, он работает передним номером, придавливает соперника. Но вот у тайца, что хорошо получается, если останутся силы, это работа на контратаке. Но я вижу, что силенок у него не хватает. То есть он уходит назад, делает движение, кубинец промахивается и бьет во встречу. Но не во встречу, а на контратаке, так будем говорить. Вот. Но силенок, мне кажется, не хватит. Мне тоже так кажется. Более того, он как-то очень... Вяло. Вяло. И, с другой стороны, несколько суматошно уже сейчас, в первом раунде, когда вот бросается в свою контратаку. Ну, посмотрим. Может, что-то у него и выйдет. Тем интереснее будет. А вот интересно, вот Эрнандес, да, кубинец, он подходит ближе, наносит, я правильно сказал? Правильно. Правильно. Значит, Эрнандес подходит ближе, наносит удары, и знаете что, и остается возле тайца, то есть не уходит в сторону, не защищается, остается. Несколько, 2-3 удара, попал, не попал, и остался, ну, и приклеился. То есть нет движения назад или движения в сторону. Похоже, да. Похоже, да. То есть у него желание, видимо, ударить, попал, не попал, и продолжить свою атаку прям в средней, там, ближней дистанции, там и вязнуть, и там работать дальше. Да, судя по всему. Вот пример мы видим. Вот, это противоположное тому, что делал Кенделан, да? Абсолютно. Но это свой стиль. Конечно. А ведь от таких соперников устают. Ведь постоянно возле тебя. Вспомните нашего олимпийского чемпиона Яновского. От него бегай, не бегай, он тебя все равно достанет. Он бьет, атакует его за тебя. Бьет, атакует. Да, я хорошо помню, Слава. Это невозможно было. Недаром он... просто. Да. И вот я смотрю, вот так же боксирует, вот, во всяком случае, вот на этом ринге кубинский боксер. Да, висит над тобой. Над тобой. Никуда, никуда не уходит. Бьет и дальше ты продолжает давить. Наверное, крепко на нервы действует. Еще кроме того, что это физически изматывает, это и психологически. Это психологически изматывает страшно. А у вас такие наверняка были, те же кубинцы. Спорт, это же, это еще и это психология. Это нервы. На соседнем ринге первую победу одержал грузинский боксер
Хобом Хакадзе в весовой категории до 57 килограммов. Но зрителям она не очень понравилась. Ничего от себя не могу добавить, я тут бы не смотрел. Ну, у нас здесь, в общем, по корпусу хорошо сейчас. Да, бьет по корпусу и остается там. Да, да, да. И остается, и начинает мучить. Мне кажется, и не отходит, да, вообще не отходит. Надо сказать, что на всякий случай Александр Кубинец, кубинский боксер, хорошо перекрыт, руки у него на месте. И все удары во встречу, которые наносит... Мне кажется, что он замотал уже тогда. Ну, о чем мы с вами и говорили, он его замучил. Да, да, совершенно верно. И все удары Тайца, они проходят по защите кубинского мастера, кубинского боксера. Вот он бьет, пытается ударить, и все попадает в перчатки или предплечье. Вот смотрите, вот наносит, и не уходит, смотрите, да. Александр, и не уходит кубинец. Наносит удары, попадает, не попадает, и остается возле него. Это вы знаете, как бы это второе давление такое. Даже, мне кажется, судьи немножко не успевают. Ну, кнопочки, потому что очень большое. Хороший мастер, смотрите, перекрыт, замечательно перекрыт, да. Руки на месте, бьет выборочно, точно. Попал, не попал, и начинает мучить. Ну, слово такое, я не очень... С большим удовольствием мучить. А потому что я знаю, я представляю, что ощущает боксер, соперник кубинского мастера, я представляю, что он ощущает. Удары и еще давление, как вы говорите, психологическое. Да, конечно. Нет, действительно хороший парень. Никому легко не будет против него. Кто у нас в весовой категории 60 килограмм? Ахрачев. Храчев, да? Храчев. Бронзовый призер олимпийских игр. Я просто почему переспросил вас, потому что до последнего момента, по-моему, это место в сборной. Нет, 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 Храчев, он первым номером сборной команды. Он был первым номером, но... Вы имеете в виду вашего любимого Ковалева, он 64 боксер? 64, нет, Ковалева я знаю, что он 64. 64, а это тоже Ковалев из 54-х перешел сразу в 64, да, два веса. Через два веса, да. На моей памяти это впервые. На моей тоже. Но я знаю, что Ковалев и Храчев, они друзья. Да, и говорят, очень друг друга охаживают по дружеским тренировке, так вообще, что... Нет, они действительно друзья, но это никак не сказывается. Знаете, вот на языке вертится, что как бы Храчеву с этим кубинцем будет сложно. Я скажу, что кубинцу этому с Храчевым будет очень тяжело. Да. Ну, посмотрим, хороший бой, боец. С неясным исходом, нет, абсолютно. Здесь вот, в этом поединке? Нет, я имею в виду скрачивать. Здесь-то чего тут? Что тут может быть неясно? Вы знаете, вот, и вот у меня ощущение, вот кубинец там тягучий. Вот у него удары нет такой скорости, да, у него такие тяжелые тягучие удары. Ну ладно, бог с ним эти удары, пропустил там или не пропустил, ушел. Но он же ударил и дальше и идет. Дальше, и дальше начинает вытаскивать нервы. А я вот несколько раз обращал внимание, что у людей с таким внешне тягучим ударом, вот этот тягучий удар бывает очень сильным. Да. И самое интересное, он бывает сильным, он вроде его видно, но его, да, пропускают. Да, да. Вот он тягучий удар. У нас были такие боксеры. Валера Львов такой был, чемпион мира, Валерий Львов. Он же бил не быстро, непонятно, видно все. А когда с ним становишься в пару на тренировке, этот удар достигает цели, хотя ты его видишь. Каким образом, я не знаю. Ты от него два раза уже защитился, а он только пролетел в голову, да? Ну тут явно судьи не успевают кнопки нажимать, потому что кубинец столько насовал в этом раунде. Ну и, откровенно говоря, замучил, устал. Замучил, да, совершенно. Устал. Ну вот обратите внимание, уже просто пропускает отдельный удар, это устал тайландец. Иногда я бываю не в восторге от этого кнопочного судейства, честно говоря.
в данном случае он не меняет результата, там, ну, 32-17, там, ну... Или 20-19. Да. А, 20-19, это немножко не то. Было бы там 33-17. Ну, в принципе, можно было бы, я думаю, бой и закончить. Ну, вы знаете, стремились к совершенству, чтобы четко, точно определять победителя по количеству ударов. А пришли к тому, чего пришли. Хотелось как лучше. Получилось, да. А по мне, а мне гораздо понятнее и надежнее судейство по раунду 20 очков, 20-19, если выиграл. Ведь тут не только удары, ведь понимаете, ведь в боксе есть вещи... Совокупность действия, не только удары, но совокупность действий оценить. А вы знаете, что мы сейчас, Федерация бокса сделала на юношеских соревнованиях? Мы даем дополнительное очко за технику. То есть тем самым обучая мальчишек техничному ведению боев. То есть не просто удары, а за технику. Так, ну а у нас заключительный раунд, до которого, по-моему, именно судьи довели, потому что преимущество было очень большим у кубинцев. Сейчас навстречу, там он много попал, но лучше всего навстречу справа. Ну, к недостатку кубинца хочу сказать, что большим разнообразием и фантазией он не отличается. Нет ничего неожиданного. Нет, ну а такие вот ребята, вот, которые давят, они редко бывают особо разнообразные. Вот они давят и давят, в этом их сила. Ну, все в этом же ключе. Да. Ну, это тот самый ключ, который принес ему победу. А вот интересно, Александр, а как, опять же, дай бог, в финале Россия-Куба Храчева как боксирует с кубинцем? Ноги, движения, и не назад, вперед, а по сторонам, в сторону. Ведь когда соперник идет вперед, если ты делаешь движение в сторону, ему очень трудно перестроиться. Конечно, пролетает. Вперед идешь, да. Назад, он бежит за тобой вперед, догоняет и догоняет, но он идет по прямой. А в сторону, поэтому тут надо... Ну, я думаю, что Лебзяк это видит, это понимает, знает. Нет, ну, задача Храчева не кажется невыполнимой. Да нет, абсолютно. Ну, он два раза быстрее. Он два раза быстрее кубинца, могу сказать, смело. А потом, если он включит ноги... Ну, здесь уже таланец просто уже, по-моему, доживает до гонга. Хороший боксер, кубинец хороший, ничего хороший, не скажем, но не выдающийся. Нет. Итак, одержал победу, конечно, Йорданис Угас Эрнандес. Никаких сомнений. Ну, там мы видели счет, какие сомнения, больше 20 очков. Подождем официального объявления победителя. Конечно, Эрнандесу важно заявить о себе, он новый человек в команде. Особенно важно заявить о себе, учитывая на смену, кому он пришел. Хорошо. Победа Калача со счетом 45-21 одержал Эрнандес Йорданис Угас. Итак, победил Угас Эрнандес, счет стал 4-1.